Сегодня утром на центральной площади Тирасполя прошла генеральная репетиция военного парада. Участвовали почти 1500 человек. Подробности у Юрия Зайца. Коробки военнослужащих растянулись вдоль всей площади Суворова. Форма одежды сегодня у всех парадная. Перчатки, аксельбанты, фуражки. Ярко выглядит женская коробка. На лицах небольшое волнение. Когда мы тренировались, у нас была другая форма одежды. Это сапоги с высоким берцем, это полевые штаны и футболка. Намного, конечно, комфортнее, потому что это свободная форма. Но когда ты одеваешь парадную форму и одежду, у тебя совершенно меняется настроение. И тебе уже автоматически хочется выпрямить спинку, показать свою красивую улыбку и, соответственно, идти красивым строевым шагом. Внимание! Фанфары! Все парадные расчеты замерли. На площадь въезжает министр обороны. Ему докладывают, что все готово к парадному маршу. Министр подъезжает к каждой коробке, приветствует и поздравляет участников парада. Главная часть парада – торжественный марш. Техники в этом году не будет, а вот конный отряд МВД обязательно 2 сентября на площади появится в числе участников. В строю 18 коробок – это военнослужащие, курсанты, кадеты, суворовцы. Больше месяца они готовились к торжественному маршу на площади, готовились в жару. Сегодня погодные условия идеальные, поэтому идти в коробках проще. И как тут не вспомнить крылатую фразу Суворова – «Тяжело в учении, легко в бою». Сегодня участников парада долго не муштровали. Расчеты прошли маршем всего один круг. На тренировках было тяжелее, потому что мы проходили много кругов. Там были зачеты, мы сдавали на оценку, проходили. Все зависело от того, как мы пройдем. Мы уже привыкли к этому ритму нашей жизни в вооруженных силах. Так что все тренировки перенесли легко, с улыбкой. Ну и вот наш результат. На параде по традиции выступит рота почетного караула. Солдаты подготовили новый показательный номер. Премьера 2 сентября. Парад в этот день начнется в 9 утра. Юрий Заяц, Леонид Мастак, ТСВ.